День женственности и красоты. 8 марта – праздник прекрасной половины человечества. Праздник тех, кто достоин ежедневного внимания, но в Международный женский день особенно. Так в Центральном дворце культуры милых дам встречают комплиментами, дарят цветы. Под звуки Щелковского духового оркестра виновницы торжества проходят в зрительный зал, предвкушая песни, теплые слова, праздник весны. Символично и то, что это первое массовое мероприятие после снятия ограничений. Все девушки, женщины города Щелково, городского округа, просто невероятно. Я горжусь тем, что могу с каждой общаться. Дай Бог всем здоровья, радости, улыбок и всего самого хорошего. Их чествуют, поздравляют, награждают. Женщина – особая сила сегодня. От нее порой очень многое зависит. Глава округа Андрей Булгаков вручил благодарственные письма тем, кто во время пандемии стоял на передовой. Врачам и педагогам, волонтерам, женщинам разных профессий. Все они в непростое время не остались в стороне. Подарком же для всех милых дам от руководителя муниципалитета стало выступление группы «Премьер-министр». Мы с огромной радостью хотим поздравить вас с наступающим еще только днем праздника 8 марта. И вы знаете, мне кажется, мужчины с опытом, ну молодые, но с опытом, как мы, знают, что самое главное, это когда у женщины хорошее настроение. Присутствующим в зале ветеранам, представителям бизнеса, общественным деятелям и другим женщинам, которые живут и работают в городском округе Щелково, подарили хорошее настроение и местные коллективы, а также солисты Щелковского духового оркестра. Звучали песни о весне, любви и, конечно, счастье. Счастье, когда у вас есть любимая семья, и вы окружены заботой и любовью ваших родных и близких. Мы настолько разные, настолько всегда по-разному реагируем, но мы мамы, мы хозяйки, мы с вами всегда на своих плечах несем самую тяжелую ношу. Весь быт – это все наше с вами дело, и нам помимо работы никогда никуда не денешься от семьи, от дома, и нам это нравится. У всех женщин разные заботы и разная работа. У вас такой особенный праздник, а вас с Днем Защитника Отечества тоже поздравляют обычно? Нас хотят обычно поздравлять с Днем Защитника Отечества, но мы требуем, чтобы нас поздравляли только 8 марта, потому что мы девочки. Концерт был прекрасный, очень понравилось. Было приятно, что и нас сюда пригласили. Все-таки приятно почувствовать себя девушками, даже в форме. Все присутствующие в зале в этот день ощутили праздник весны и красоты, а доказательство тому – бурные аплодисменты и улыбки на лицах виновниц торжества. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.